Павлова. Короче, первый коктейль называется керамика. «Белый медведь». Давай. Делается очень просто. 100 на 100. 100 грамм водки, 100 грамм шампанского. И как вот так наливается, резко наливается, и как бьется, как текила-бум. Вот так, раз, два, три, и залпом. Второй коктейль называется «Бурый медведь». 100 на 100 пьется также. 100 грамм коньяка, 100 грамм шампанское. Раз, два, три, залпом выпиваешь этот стакан. И третий коктейль, его никто не может там выпить, его просто включается просто в грязь. Называется «Северное сияние». Он называется «Северное сияние». Потому что делается то же самое, 100 на 100. 100 грамм чистого спирта, 100 грамм чистого шампанского. Раз, два, три, залпом, и ты улетаешь просто... И реклама на НТВ. Вы просто улетаете там, знаете. Андрюх, а как вот чистое шампанское? Кристалл. Да, обычно шампанское. Да любое самое дешевое. Все, я просто подумал. Чем дешевле, тем лучше. Кислятина вот эта вот советская. Мы теперь поняли, что свадьба Занькова прошла мимо. Чем дешевле, тем лучше. Чем быстрее настанет северное сияние. Ну, если ты хочешь там... Ну, есть еще, ладно, есть еще самый сильный... Шампанское с бензином есть. Нет, нет. Есть самый сильный, это как называется... Я уже буду говорить, называется «Ядерный взрыв». Ну это просто северное сияние отдыхает, там вообще все отдыхает. Тоже делает 100 на 100. Берется «Балтика 9» 100 грамм и спирт 100 грамм. Вот так вот бьется, называется термоядерный взрыв. И ты просто не то что летаешь, тебя там выносит вперед ногами. Если вы не хотите отмечать второй день свадьбы, называется. Можно в принципе отметить все это на поклонной горе. Единственное делали, как вот у них прям пати было, они вот я им рассказал, они прям чуть ли не через неделю собрались и ну им понравилось, потому что я споил там все группы. Главная вечеринка была короткая, примерно 14 минут. Они делали вечеринку «Бурый медведь». То есть они реально коньяк с шампанским фигачили, и очень было весело, очень. На то. Я бы сейчас сам обоссался бы реально. Кого? Хоть курить, ты же не куришь. Блин, я же выпил столько с вами. Одень сверху, Сань. Я понял. Давай. Самый страшный коктейль, который лучше не пить, называется Red Bull с водкой. У вас становится сердце. Да все жрали, это ладно, не пить. Ну, ребят. Пока мы жрали, помнишь, B-53? Это там Red Bull нету. Был. Red Bull с водкой, ты что? У тебя блин сердце. Red Bull и Калуа. Там какой Red Bull? Это ликер. B-52 это или 53, ну а что там? С Red Bull. Там без Red Bull. С Red Bull вообще ничего не играть, потому что сердце вас выскочит. 52. Я знаешь, сколько времени я его глотал после дороги домой. Это сердце. Беленькое. Что делать? Самый такой нормальный коктейль называется «Кофе миллионер». Я вчера ребенок описывал телефон просто. С чем? У тебя второй галкс? Там много на место. Там виски. Ей было все равно. Виски, кола, потом... Так, Андрюха, уже третий вышел.